Каким ты видишь себя через 5 лет? Есть ли у тебя собственное видение? Каково твое предназначение в этой жизни? Представь себе систему GPS. Когда ты прокладываешь маршрут, она показывает, как добраться в точку назначения, в каком направлении ты должен двигаться, чтобы достичь ее. Так вот, твой разум, твое тело и душа действуют по тому же принципу. Если ты не знаешь своего предназначения, то просто плывешь по жизни и берешь от нее только то, что она тебе предлагает. Ты не творец. Проживая свою жизнь, ты ничего не создаешь, ты подбираешь какие-то крохи. Ты как неуправляемый корабль в море. В итоге твоя жизнь приводит тебя туда, куда она тебя приводит. Таков итог. А все потому, что у тебя нет собственного видения. Видение – это не то, что ты видишь своими глазами. Видение – это то, что ты чувствуешь сердцем, когда идешь к своей мечте. Это желание, которое так и прет из тебя, которое пронизывает тебя до мозга костей. Это то, что заставляет твое сердце биться. Оно бьется само по себе, тебе ничего не нужно делать специально. Кем ты намереваешься быть? Какую жизнь ты хочешь прожить? Каким человеком тебе нужно стать, чтобы реализовать свое видение? Твое видение должно быть настолько масштабным, чтобы ты испытывал чувство дискомфорта от этого. Рассказывая о своем видении другим, ты должен заставлять их думать о тебе, как о сумасшедшем. Ты должен найти причину своего существования. Если нужно, ищи всю свою жизнь. Ищи свою цель. Для чего ты нужен в этом мире? Найди причину, по которой тебе была дана жизнь. И когда ты найдешь ее, придет время сформировать собственное масштабное видение. Видение, которое тебя вдохновит, которое и будет тебя мотивировать, которое поможет тебе вылезать из постели рано утром, ради которого ты будешь горбатиться каждый божий день. Ведь тебе не терпится сделать удивительной свою жизнь. Что ты готов сделать для того, чтобы реализовать свое видение? Пойми, твои мысли и эмоции обладают огромной силой. Они как Wi-Fi, который ты не можешь потрогать, но который соединяет тебя с другими людьми по всему миру. То, что ты не видишь Wi-Fi, не означает, что его нет. Это как с видением. Ты не можешь потрогать его, ты его не видишь. Но знай, твой разум, твое тело и душа помогают тебе воплотить его в жизнь, используя для этого энергию, которую ты готов отдавать. Будь хозяином своей жизни. Ты единственный ее распорядитель. Будь хозяином своей мечты, своей страсти и своих желаний. Все это должно стать реальным для тебя, прежде чем оно станет реальным для других. Пойми, ты создатель, ты воплотитель идей. Основываясь на своих мыслях, взглядах и вере, ты сам определяешь, чего хочешь достичь в этой жизни, какую жизнь ты хочешь прожить, кем ты намереваешься быть.